Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, и сегодня я выступаю не в амплуа разработчиков спиннингов, в амплуа бренд-менеджера компании «Мира Балова» по работе с компанией японской «Jackall». И хочу рассказать о том, что я очень долго ждал. Вот оно наконец-то у нас появилось. Это воблер «Mag Squad 160». Краткая история. 4 года назад я начал общение с «Jackall», чтобы они нам сделали этот воблер. Ну, понятное дело, там, ковид и прочее, поэтому все это дело подзадержалось. Первые образцы у меня уже были 2 года назад. По итогу, вот, мы имеем, что мы имеем. 160 миллиметров, 33,5 грамма и очень хорошая ловистость. Давайте буду рассказывать для начала, зачем я попросил «Jackall» сделать 160 размер. Все очень просто. Кто увлекается немножко теологией, знает, что хищная рыба привлекается чем? Волнами, которые идут, которые ловят ее боковая линия. Соответственно, чем крупнее объект, который дает волну, тем с большего расстояния и более прогнозируемый хищник выйдет на атаку этого объекта. Поэтому крупнее приманка, теоретически крупнее рыба, а самое главное, с большей дистанции, даже среднего размера рыба, это дело почувствует и, возможно, его атакует. Так, теперь самое интересное. Какая же рыба на это ловится? 2 года. Не скажу, что каждую рыбалку, но регулярно. Я тестировал различные образцы макскладов. Там была маленькая разница в игре и прочее, прочее. В общем-то, статистика накопилась. К сожалению, ничего трофейного я так, наверное, ни разу не поймал. Максимум было 6. Но в видео вы это не увидите, потому что это были тестирования. В видео будет что-то там до 4 килограмм. Но самое интересное, что обычно считается крупная приманка, мелкая щука брать не будет, ерунда. Вот прям конкретно поездка, 3 акватории, килограмм, 700 грамм, 1,5 килограмма регулярно. Опять же, почему? Довольно крупное тело, чувствуется издалека, рыба выходит на атаку быстрее, более прогнозируемая, ну и ей все равно. То есть щуки в 700 грамм, вот такого размера приманка, это так на один зубок, на самом деле. Теперь давайте поговорим о проводке. Во-первых, упористость. Упористость этого воблера чуть больше, чем у реренджа МР и чуть больше, чем у поинтера. То есть, в принципе, если вы делаете достаточно мягкий твич, вам достаточно даже унцовой палки. Именно унцовой твичевой палки. Если же у вас твич более активен, то тогда нужно что-то там, ну, если брать там стандартами твичевые, грамм до 35-40. По проводке я бы сказал так, я как бы подбирал разные варианты проводок, что работает лучше всего. Лучше всего работает короткий, достаточно жесткий, но не чрезмерно сильный удар по леске, ну и, соответственно, по воблеру. Что в этот момент делает Mag Squad? Как и свой более-меньший собрат, он делает нырок, и чуть-чуть легкое шевеление. То есть ни о какой активной игре, как у, скажем так, Блисонга, как у Ререйнджа, речи не идет. Этим Mag Squad 128 всегда был силен. То есть он ловил в ситуации, когда рыба достаточно пассивная. Вот, вот этим своим непонятным, странным, минимальными колебаниями он ее привлекал и, как бы, соответственно, заставлял атаковать. Вот 160-й делает то же самое. По крючкам. Всегда все жалуются на размер и толщину крючков у «Jackall». На 130-х воблерах ее зачастую, когда ловишь хорошую рыбу, не 3 килограмма. Ее зачастую не хватает. Я, например, когда еду на более-менее трофейной рыбалке, я ставлю крючки мощнее. Здесь сразу этот вопрос решен. Прям кардинально крючки крупные, крючки мощные. Поэтому ни о каких разгибах крючков речи быть не может. Но как в любом плюсе, как бы есть еще и минус. Разогнуть крючок у вас не получится. По забросу. Воблер летит. Летит воблер очень далеко. То есть у меня получалось без ветра. На спиннинге длиной 7,5 сделать заброс более 40 метров. Если по ветру, он летит еще дальше. Но против понятно, мы говорить сейчас не будем. Вот. Чем хорош? Какой смысл в этом воблере, в моем понимании? Мы облавливаем большие акватории, то есть работа по площадям, например, там плато, скажем так, ну, закоряженное, травянистое, где трава поднимается не выше, чем 2 метра над уровнем. Когда надо с большой дистанции привлечь рыбу. Это первое применение. Второе применение. Например, у нас глубина фоновая метров 7,
Коряги поднимаются на 3, там, на 4 метра. Это, вот, например, та же чебоксарка. Вот. И нам надо снизу коряг вытащить рыбу. Второе применение этого воблера. Собственно говоря, по заглублению. Самое главное же я не сказал. Японцы дают официальную информацию заглубления 2 метра. Что у меня получалось? На стоячей воде и на очень слабом течении я загонял этот воблер с поводком 35 сантиметров на глубину примерно 2,5 метра. В принципе, больше, в моем понимании, и не надо, если мы ловим на глубинах до 7. То есть воблер уверенно и при тестировании при серийных тестировании моделей уверенно поднимает рыбу примерно метров с 6. То есть рыба поднимается в реалии на 3,5-4 метра за ним. Вот если будете на него ловить, учитывайте вот это. То есть можно реально ловить на большей глубиной, чем мы привыкли ловить воблерами. Это уже большая вода, это уже как бы водохранилище, крупные реки. Там, где попадается реально хорошая рыба, чтобы ее можно было именно вытащить. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Ловите, пытайтесь поймать крупную рыбу. И действительно, это вот с такими приманками, это реально возможно. Всем пока!